задним числом нам кажется, что история любой группы логична. Люди долго репетируют, сочиняют песни, потом приходят к успеху, пишут хит, зарабатывают бешеные миллионы, едут в тур, потом распадаются на пике или не на пике, или так и продолжают до старости лет кататься в туры и зарабатывать миллионы. Но музыка — это такая вещь, которая очень часто рождается не благодаря, а вопреки. То есть к великим свершениям приводит не только упорство и талант, а ссоры, слезы, боль, драма и иногда даже смерть. И сегодня будет рассказ именно вот про такую неидеальную группу, которая возникла только потому, что вокалисту предыдущей группы надоело жить, которая всю первую половину своего существования боролась с собственным прошлым, которая ужасно выступала, и эта ужасность стала частью ее легенды, участники которой иногда буквально ненавидели друг друга, которая написала влиятельнейший мировой хит, но никаких бешеных миллионов за него не получила, и при этом осталась в мировой истории как одна из величайших групп, когда-либо существовавших. И одна из любимейших групп Николая Редькина. Это я, если что. А вы сейчас на канале Broken Dance, и я буду очень рад вашему лайку и комментарию для продвижения. Это прям самое то. Ну что, группа New Order, вы ждали? Надеюсь, что да. Открываем напиток, берем чипсы, выпуск будет довольно длинным, так что если вы запаслись закусками, то прям вообще здорово. А если нет, то вам прямая дорога в самокат, потому что там всегда можно заказать продукты, напитки, готовую еду и все, что нужно по любому поводу. Доставляют быстро, от 15 минут, и доставка всегда бесплатна. Поэтому вместо похода в магазин я трачу 5 минут на выбор продуктов, а это почти 80 сэкономленных часов в год, то есть почти 3 суток. Это можно половину выпуска Брокена сделать, думайте. И еще я там сделал свою подборку с любимыми продуктами от самоката. То, что я сам часто заказываю, и то, под что особенно хорошо смотреть выпуски Брокена. Только проверенные мной продукты, все вкусное, состав полезный и простой, а самое главное, что тут много товаров с уникальными вкусами, которые вы больше нигде не закажете. Например, мои любимые чипсы с медовой горчицей или батончики с арахисовой пастой. Поэтому переходите по ссылке в описании или вот по QR-коду на экране и пробуйте все это. А еще вы получите скидки. По промокоду BROKEN20 скидка 20% на первый заказ при заказе от 800 рублей. А по промокоду BROKEN10 скидка 10% для постоянных покупателей на товары бренда «Самокат» при заказе от 700 рублей. Ну все, а теперь уже давайте про New Order. Погнали! Погнали! История New Order начинается в тот момент, когда заканчивается история Joy Division. Про эту группу я немного рассказывал в выпуске про постпанк, вот здесь будет подсказка, переходите и смотрите. А если совсем коротко, то они придумали постпанк в том виде, в каком его потом играли сотни и тысячи групп по всему миру. От Интерпол до Молчат Дома. Их версия постпанка была очень ритмична, механизирована. Местами вы как будто слушали электронный трек, ну прям техно. И еще очень темный, как минимум потому, что у фронтмена Йена Кертиса был диагноз эпилепсии. И вот в какой-то момент Кертис остался один дома с набором неразрешенных проблем, альбомами гип-попа и веревкой. Так закончилась его жизнь. Причем случилось это аккурат перед началом американских гастролей группы. Что вообще бывает с группами, когда случается такая трагедия? Есть один путь, назовем его путь Нирваны, когда участники говорят друг другу спасибо и расходятся по своим делам. И есть второй путь, назовем его путь Pink Floyd или путь крем-соды, как вам больше нравится. Когда участники собирают волю в кулак и находят в себе силы продолжать дальше. И здесь нужно представить, собственно, участников. Знакомьтесь, гитарист Бернард Самнер, бас-гитарист Питер Хук и ударник Стивен Моррис. Они почти сразу же решают продолжать и придумывают новое название. Да, вы угадали, New Order. Но есть проблемка, никто из них особенно не умеет петь. И какой-то узнаваемой манеры, ну вот как у Кертиса, который пел, как будто ему вкололи анестезию, ни у кого нет. В итоге петь все-таки начинает Самнер. Менеджер группы говорит, что ритм-секцию не нужно отвлекать, пусть поет гитарист. И вот это вот станет узнаваемой чертой New Order на долгие годы. Одна из лучших ритм-секций вообще в мире, про это мы еще дальше поговорим подробно, и неуверенный вокал Самнера. Более-менее нормально петь он научится ближе к концу 80-х, а пока ему очень и очень неловко находиться перед микрофоном. Вот посмотрите кусочек концерта 81-го года. Полное ощущение, что человеку прям тяжело дается выступление. И давайте это запомним. Тяжело вот
то самое слово, которое идеально описывает первые концерты New Order. Видно, что их выступления иногда даются им прям совсем мучительно. Эх, сейчас бы в родной Манчестер пивко там в пабе пить, а не это все. Кстати, тут вы видите на сцене девушку. Знакомьтесь, это новая участница группы по имени Джиллиан Гилберт. Она изначально играла на гитаре, а потом стала играть на клавишных и как-то добавила группе вайба. А еще она девушка Моррис. Итого, какие у нас вводные. 81 год. Группа, которая только-только оправилась от смерти фронтмена, берет себе вокалистом стесняшку, выпускает свой первый альбом Movement, такой более-менее привычный постпанк, как Ян Кертис завещал, и едет в тур. Но не ожидает того, что в туре-то от нее ждут песен Joy Division. А она хочет играть свои песни, а своих песен хватает только на короткие концерты по 40 минут, а люди не хотят коротких концертов и начинают кидать бутылками. В итоге на концертах случаются драки. Как сами понимаете, желание Самнера находиться на сцене уменьшается прям с поразительной скоростью. Короче, если бы мы с вами пришли на концерт New Order в 81 году, мы бы вышли оттуда с мыслью: эти парни и одна девушка никогда ничего не добьются. Но нет, они все-таки добились. Во время тура New Order в том числе заезжают в Америку и ходят там по клубу. А это начало 80-х, в клубах играет диско, ранний синти-поп, ранний хип-хоп, короче, такая электронная танцевалочка. И они как-то сильно этим проникаются. И, вернувшись домой, начинают внедрять вот все эти танцевальные постдиско-элементы в свою музыку. И у них выходят вот такие синглы. Тут нужно еще проговорить, что синглы невероятно важны в истории New Order. Намного важнее даже, чем альбомы, потому что по их синглам легче всего проследить эволюцию группы. От постпанка до того, что получилось потом. И потому что какие-то их суперхитовые вещи на альбомы просто не входили. В принципе, сама группа все уже давно сделала за нас и собрала свои синглы под одной обложкой на релизе Substance 87 года. Возможно, это вообще лучшая их запись. Ну, по крайней мере, начинать знакомство с творчеством New Order лучше всего с нее. Так вот, группа постепенно обкладывается синтезатором, драм-машинками и другими электронными приборами, причем часть из них они собирают буквально сами на коленке, и начинает менять свой звук. Фанаты Joy Division, естественно, недовольны. А потом к ней в руки попадает такая волшебная вещь, как сэмплер. Что вообще такое сэмплер? Это машинка, которая позволяет взять любой звук, загрузить его внутрь и поиграть с ним. Человеку помоложе будет сложно понять, в чем прикол, потому что сейчас-то любая программа для создания музыки позволяет вырезать кусочек любой длины и делать с ним вообще все, что хочешь. Это такая базовая база. Но в 80-х сэмплеры реально произвели революцию. На них первые электронные группы сэмплировали всякие звуки окружающего мира. А рэперы — чужие барабанные партии для битов. А, кстати, знаете, что первым делом засэмплировали New Order, когда добрались до этого чудо-устройства? И хотите ли вы вообще это знать? Мы ему рыгнем или пукнем? Я напердим в бас 100%. Да, именно это и засэмплировали. Вы, может быть, думали, что это такие мрачные манчестерские дед-инсайды, а это люди, у которых чувство юмора было как у Алишера со Славой. Меня всегда бесило, когда люди думали про нас, что мы какие-то задроты. Музыка у нас, конечно, серьезная, но в жизни мы были полными ее противоположностями. И вот этот сэмплер и, в принципе, увлечение New Order диско и электроникой повлияли на то, что у них получилась по-настоящему историческая песня, поменявшая многое в мировой музыке. В общем, в марте 83 года у группы выходит сингл «Blue Monday», и он как будто бы собран из всего того, что New Order полюбили в последние годы. Ритм мы, значит, возьмем у диско-дивы Донны Саммер, синты у итало-диско-проекта «Klein и MBO», а кусочек с хором вообще у Крафтверк возьмем и засэмплируем. Все-таки иногда сэмплер можно поинтереснее использовать, чем для, ну, вы
Понимаете. В чем особенность сэмплера? В том, что ранние сэмплеры, вот самые первые, да, у New Order в Blue Monday использовал сэмплер эмулятор 1. Это вообще машинка допотопная совершенно. Это Ник Завриев, музыкант, журналист, исследователь электронной музыки и автор книги «Планетроника». Прочитайте обязательно, там даже глава про Манчестер есть. Я попросил Ника объяснить, как вообще люди записывали и играли электронную музыку в начале 80-х. Память в сэмплерах, вообще во всех цифровых устройствах, она измерялась килобайтами, да, то есть сейчас гигабайтами, а тогда килобайт. То есть память в сэмплере могла быть 8 килобайт. И это мы в каком-то дико маленьком качестве записывали секунду музыки. А что мы можем в секунде использовать? То есть у нас есть два варианта. Это короткие перкуссионные звуки, да, это вот то самое битье, так сказать, вилкой по кастрюле. А второй вариант такой. Мы записываем какой-то протяжный звук, например, хор или, например, струнные. И мы эту секунду зацикливаем. То есть мы записываем хор, который поет ноту А. И дальше, когда мы нажимаем клавишу, у нас это просто звучит бесконечным циклом. И это вот то, что сделали New Order как раз в треке Blue Monday. И в итоге получилась очень интересная вещь. Мало того, что она попала в чарты и стала хитом, так она еще сделала инди-рок танцевальным, электронным. Вы скажете, Николай, на дворе же начало 80-х. Вокруг все электронное. В мире происходит новая музыкальная революция. Но нет. В начале 80-х действительно звук многих групп становится электронным, в том числе потому, что появляются дешевые синтезаторы. Но это либо ситуация, когда гитарная группа берет и внедряет в себе электронные элементы, ну типа Duran-Duran. Либо когда группа целиком отказывается от рок-инструментов, то есть меняет гитары на клавиши, а ударника на драм-машину. Вы знаете таких. А вот Blue Monday — это что-то между, такая попытка балансировать на грани. А во-вторых, она была сделана именно что по-панковски. Вот представьте, трек идет 7 минут, структуры куплет-припев там нет, так еще кроме этого в начале ритм расходится с мелодией. А знаете почему? Потому что Джиллиан неправильно запрограммировал драм-машину. Мне нравится вот такое вот сравнение, его придумал не я, а журналист Петр Полищук. Крафтверк — это как если бы музыку людей играли роботы, а New Order — это как если бы музыку роботов играли люди. И в-третьих, Blue Monday было ужасно сложно играть живьем. New Order и так-то не самая впечатляющая концертная группа, да? А здесь они еще сталкиваются с такой вещью, как техника начала 80-х, которая не очень-то готова к электронным лайвам. И поэтому лайвы Blue Monday того времени — это просто, ну, тихий ужас. Особенно похален в плане ужасности лайв на телепрограмме Top of the Pops. Это такая главная британская передача про музыку, куда приходят все хитмейкеры. Только проблема в том, что обычно там поют под фонограмму, а New Order ставит условие: мы будем выступать живьем. Ну и все идет максимально не по плану. Включаются не те сэмплы. Никто никого не слышит. Самнер поет еще хуже, чем обычно. Но чего много в этом выступлении, так это настоящей, неподдельной жизни. Ты вот прям наблюдаешь, как у тебя на глазах музыка создается усилием и трудом. New Order были удивительной группой, которая говорила: мы будем это играть живьем. То есть мы понимаем, что это сложно. Но вот нам так нравится и хочется. Мы будем вам все это показывать лайв. Потому что что делал Depeche Mode? Все партии, которые могли пойти не так, он просто записывал на пленку. В случае с New Order все было не так. Они говорили: нет, вот в отличие от всех этих халтурщиков, мы ничего не готовим, оно будет звучать плохо, но зато это настоящий электронный лайв. Для New Order это был такой act of art. И действительно, да, как бы... Live New Order всегда жутко расхлябаны, и они до сих пор такие. Кстати, вот этот момент с Depeche Mode можно увидеть буквально. В 84 году Depeche Mode и New Order встретились в одной программе на немецком телевидении. И что бы вы думали, Depeche Mode выступает под фонограмму, все выглядит очень круто. А New Order честно играют лайв, но им тяжело.
Короче, Blue Monday стала первым большим хитом группы и одной из самых узнаваемых песен 80-х. Но и тут включилось дело вот это вот проклятие New Order. Делать все наперекор логике и здравому смыслу. Синглы они оформляли в специальном конверте, стилизованном под флоппи-дискет. Тест на возраст, да? И печать такого конверта стоила так дорого, что на каждой копии проданного сингла группа не зарабатывала деньги, а наоборот, теряла. И если вы взглянете на обложку, то увидите, что на ней, допустим, нет названия группы и песни. Точнее, они там есть, но они зашифрованы специальным цветным алфавитом, который придумал художник Питер Севил, автор почти всех обложек групп. Он очень любил работать в стиле такого минимализма. И вот на обложке Blue Monday было зашифровано название лейбла Factory, который издавал группу, название двух песен, собственно, Blue Monday и The Beach, которая была на второй стороне, и название группы New Order. Как этот код должен был понять человек, который услышал по радио песню и пришел в магазин ее покупать? А правильно, никак. Потому что разгадка этого шифра появилась только на обратной стороне следующего альбома New Order Power, Corruption and Lies. На Power, Corruption and Lies New Order пробует поиграть на поле танцевалочки. И это вызывает первые серьезные противоречия. Бас-гитарист Питер Хук не очень доволен тем, что группа превращается из гитарной в электронную. А Хук вообще-то важное звено в этой цепочке. У него очень узнаваемая манера игры на бас-гитаре. Потому что он играет на ней как гитарист и по сути ведет в песнях мелодическую линию. Вот просто послушайте. И вот получается очень странно. Гитара New Order нужна для того, чтобы создавать текстуры звука. А вот партии баса Хука, они дают песням мелодичность. Это их визитная карточка, мгновенно узнаваемая. Так еще со времен группы Joy Division повелось. Послушайте ее главный сингл, вот там мелодическую линию вслед за синтезатором дублирует как раз бас-гитара Хука. Или вот трек Гвен Стефани из нулевых, где Хук играет на басу. Вы его включаете, и у вас моментально в голове щелкает. Это же старые, добрые New Order. Или давайте возьмем что-нибудь поновее. Допустим, трек Хука «Сгорилла» 2020 года выпуска. Ты тоже его включаешь, и у тебя моментальное узнавание этого саунда. Так вот, Хук не хочет, чтобы группа превращалась в синти-поп-проект. Ему не нравится нажимать кнопки на синтах, а вот поиграть на бас-гитаре с кайфом. И их отношения с Самнером, потому что он-то как раз обожает электронику и копаться в разных машинках, начинают портиться. И вот на всех своих альбомах до конца 80-х New Order будут пытаться совместить гитарный звук и электронный. И для них будет нормальным ставить на один альбом постпанк песни и электронные песни. Но есть еще одна вещь, которую они в этот момент делают. Открывают свой клуб. Ну точнее, как они? Это делает Тони Уилсон, владелец лейбла Factory, где издавались Joy Division, New Order и несколько других групп. Это человек-герой для отдельного рассказа. Он такой супер-авантюрист. Если хотите подробнее, посмотрите фильм «Круглосуточные тусовщики», это фактически его байопик. Так вот, Уилсон хочет сделать Манчестер как-то повеселее, а то это серый индустриальный город, где нет клубной жизни. А летать в другие города жители могут не всегда, все-таки авиасейлс появится только через 30 лет. Вот и приходится как-то выкручиваться. Например, открывать клубы сами. Так в 82 году появилось заведение Хасиенда, и оно стало даром и проклятием группы New Order. Даром, потому что этот клуб со временем стал мировой легендой, как студия 54 в Нью-Йорке или там Бергхайн в Берлине. А проклятием, потому что долгое время предприятие это было убыточным. А покрывать убытки приходилось откуда? Все правильно, из гонораров группы New Order, потому что она самая успешная на лейбле Factory. У Питера Хука есть книга, она так и называется «Хасиенда. Как не нужно управлять клубом». Название вполне себе говорящее. Бизнесменами они все были так себе, но место создали по-настоящему легендарно. Мне очень нравится вот такое видео. 84 год, в клубе пара сотен человек, а на сцене для них выступает молодая певица из Америки, которую зовут Мадонна. Говорят, она потом прославилась, но это не точно. Проверьте на всякий случай в Википедии. А New Order тем временем становится все успешнее и пытаются соединить в своей музыке вот эти две крайности – гитарный постпанк и электронный поп. На альбоме Low Life они просто бросаются то в одну сторону, то в другую. В итоге он звучит то так,
То так. А вот на альбоме Brotherhood уже сделали похитрее. Разделили его на две стороны. Первая гитарная, вторая электронная. Такой прием, которым впоследствии будут пользоваться очень многие группы. От Outkast до Каспийского груза. При этом мы помним, что мерить температуру нужно не по альбомам группы, а по синглам. А вот синглы у них как раз становятся все электроннее и электроннее. И как следствие все успешнее и успешнее. И доходит до того, что на синглах песни по сути ремикшируются. Вот сравните, это первая версия песни Subculture с альбома Low Life. А это ее сингловая версия. Ну, вы слышите разницу, да? В первой версии такой постпанк с синтезаторами, а во второй уже какой-то протохаус. Ой, кто-то сказал хаус. Действительно, в это же время, году в 87-м, в Британии начинается рейв-волна. Туда завозят ранние американские хаус и техно, молодежь массово под них танцует, и одним из центров всего этого оказывается, вы не поверите, клуб Хасиенда, куда уже в 87-м приезжают звезды танцевальной музыки типа Фрэнки Наклз. А теперь смотрите. С одной стороны, у нас есть мода на быструю электронную музыку с повторяющимися ритмами. А с другой стороны, у нас есть группа, которая играет вот прям такую музыку, ну и чего там, стояла у ее истоков. А еще так получилось, что у этой группы есть свой клуб. Что происходит? Правильно, группа становится еще более популярной, клуб Хасиенда на какое-то время даже выходит в плюс, а Манчестер вдруг из унылого провинциального города становится модным тусовочным местом, где рождаются новые звезды. Для него даже придумывают новое название Мэтчестер, ну то есть Безумный Манчестер. Автор термина – группа Happy Mondays, которая тоже издается на лейбле Factory. Вообще в городе идет волна новых групп, как гитарных, так и электронных. И New Order становится во главе всей этой волны. В 89-м они выпускают альбом Technique, где с одной стороны есть старый добрый постпанк, а с другой, ну прям чистый рейв. И едут с ним, ну, практически по стадионам. Конец 80-х – это пик их популярности. В 90-м году они записывают еще один большой хит своей истории – World in Motion. Это песня для национальной сборной Англии по футболу. Я просто напомню, что это поют и играют люди, 10 лет назад исполнявшие самый мрачный постпанк на планете Земля. А в 88-м еще новую жизнь получает Blue Monday в ремиксе Квинси Джонса, легендарного продюсера, сделавшего, помимо всего прочего, звук для Триллера Майкла Джексона. Что в такой ситуации сделала бы продуманная группа? Она бы записала несколько хитов и озолотилась. А что делают New Order? А они распадаются. Ну то есть как распадаются? Сперва у каждого участника появляется собственный сайт-проект. Хук собирает группу Revenge. Это такие New Order на минималках. Группа Самнера называется Electronic, и он ее создает не с кем-нибудь, а с Джонни Маром, другим великим манчестерцем, экс-гитаристом The Smiths. У Морриса и Джиллиан тоже есть группа The Other Two, такой нежный твип-поп, но в электронной обертке. Очень рекомендую. И параллельно с этим проблемы начинаются у клуба Хасиенда. Там проходят рейвы, да, но где рейвы, там и наркотики, а где наркотики, там и продавцы наркотиков, то есть бандиты, а где бандиты, там драки и стрельба. Ситуация с криминалом становится настолько жесткой, что в 91 году Хасиенду закрывают. Ненадолго, на полгода, но даже потом люди как-то не очень охотно ходят в клуб, где у тебя есть шанс получить огнестрел. У лейбла Factory тоже проблемы. Это вот, напомню, группа Happy Mondays, его главные фрешмены, которые вот-вот и по ощущениям напишут свою Blue Monday. Им выдается огромный аванс на запись нового альбома, и они летят писать его на Барбадос. Но там они мало пишут, а в основном чертят.
В итоге возвращаются обратно с одной записанной песней. Остальные это просто инструменталы, к которым даже еще тексты не готовы. В общем, Вилсон наверняка пожалел, что вложил столько денег в этих ребят. Factory это практически разоряет, спасти его, а заодно и Хасиенду, может только новый альбом New Order. Но поскольку все заняты своими проектами, а Хук и Самнер друг друга ненавидят, то группа просто делает все аранжировки без Самнера, а он потом приходит и все переделывает по-своему. На этом New Order заканчивается. А альбом Republic, кстати, получился неплохой. Только проблема в том, что он больше похож на сольник Самнера, а не на работу группы. При этом нужно сказать, что New Order распались очень вовремя. Это начало 90-х, и на танцполы приходит другой звук. Да и в принципе в Британию вторгается немножко другая музыка. Громкая, альтернативная, гранжовая. И очень скоро на всю страну, а потом и на весь мир, прогремят другие парни из Манчестера. А живут New Order только к началу нулевых, когда модный вектор опять сменится, и все снова заскучают по 80-м, постпанку, инди-денсу и всему такому вот. Хук и Самнер наконец найдут в себе силы помириться, группа в том же составе, но без Джиллиан, выпустит два хороших альбома, это их узнаваемый звук, но в новом рестайлинге. Кстати, забавный факт, вы наверняка знаете группу The Killers. Так вот, свое название они взяли как раз из клипа New Order того периода. В клипе под их песню кривляются молодые люди, изображая рок-группу, и вот на барабанах у них написано The Killers, то есть убийцы. Да и вообще, очень многие инди-группы середины и конца нулевых обращаются за вдохновением именно к New Order. Все вдруг вспоминают, что можно соединять постпанк с электронной музыкой и что это может удивительно круто звучать. Питер Хук так и вовсе должен получать отчисления от бесчисленного количества групп, которые взяли на вооружение вот этот его метод игры на басу. От Bloodhound Gang до Матарамы. Увы, Reunion New Order длится недолго. Хук уже к концу нулевых ссорится с Самнером, уходит снова. Это такие гуфи-птаха Манчестер Рок. Я сегодня с кем-то дружу, а завтра мы уже враги. Я то из центра ухожу, то мы втроем опять как мудаки. И делает очередной свой проект Peter Hook and the Light, где играет песни Joy Division и New Order. Ну и в первой половине десятых группа продолжает без него. Возвращается Джиллиан, они опять выпускают два альбома и в таком виде остаются активными до сих пор. И, допустим, вовсю ездят по музыкальным фестивалям. И здесь самое время поделиться моей личной историей. В прошлом году я впервые увидел New Order, это было на фестивале Primavera в Португалии. И вот все шло хорошо, но ближе к концу, когда у группы уже должен начаться самый хитовый блок, у нее отрубается электричество. И минут 15 его никто не может включить, все ходят по сцене, немножечко психуют, как бы всем неловко. Звук чинят, они снова начинают играть, и снова в той же песне на этом же месте все обрывается. После этого Самнер разводит руками, говорит: ребята, мы не можем ничего сделать. Они как-то с горем пополам доигрывают Blue Monday, и на этом концерт заканчивается. Многие тогда расстроились, а по мне это была идеальная метафора для музыки и чего уж там, карьер New Order. Совершенное несовершенство, как оно есть. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно зайдите в закрепленный коммент, там я оставил ссылки на плейлисты со своими любимыми песнями New Order. А лучшим способом поддержки будет, если вы придете в комментарии и напишите там, за что вы полюбили эту группу и с какой песни началось ваше знакомство с ней. Ну и если вы отправите ссылку кому-то из друзей, тоже будет очень приятно. А вдвойне будет приятно, если вы подпишетесь еще и на мой телеграм-канал «Сломанные пляски», ссылка будет либо в описании, либо вот здесь, прям по QR-коду, она сейчас вылезет. Меня зовут Николай Редькин, и на этом у меня все. Пока-пока.
Tell me who you are.